Компания Daimler объявила российские цены на обновленное семейство GLC. Из прайс-листа исчезла гибридная версия GLC 350i и заряженные версии AMG 43 и 63. Итого гамма включает 4 модификации с бензиновыми и дизельными двухлитровыми турбочетверками, а также AMG 63S с 8-цилиндровым битурбомотором мощностью 510 сил. И только эту машину можно сконфигурировать под себя. Другие версии еще несколько месяцев назад переведены на фиксированный комплект GLC. Базовая же версия GLC 220D мощностью 194 лошадиные силы подорожала на 120 тысяч и стоит теперь 3 миллиона 650 тысяч рублей. Столько же, сколько и бензиновый GLC 200 с мотором на 197 сил. В базовое оснащение премиум включены светодиодные фары, медиакомплекс MBUX, двухзонный климат-контроль и отделка сидений искусственной кожей. Поначалу GLC будут к нам импортировать из Германии, а к осени все версии, кроме AMG, освоит подмосковный завод Даймлера. А вот GLC Coupe продолжит импортировать, поэтому покупателям разрешено заказывать опции поверх фиксированных комплектаций. Однако гамма моторов урезана еще на одну строчку. Изъята младшая бензиновая версия GLC 200, которую выбирал каждый четвертый покупатель. Начальная модификация GLC 220D стоит 3 миллиона 980 тысяч рублей. Это на 30 тысяч дешевле дорестайлинговой машины, но на 300 тысяч дороже обычного, не купейного GLC. Зато в базовую версию премиум тут включены не 17, а 18-дюймовые колеса и виртуальная приборная панель. Самый дорогой AMG 63S Coupe оценен в 7 миллионов 970 тысяч рублей. Производство машин для российского рынка начнут в июне.